Добрый день, друзья! Сакраменто, парков много. Вот один из них находится на юго-западе Сакраменто, совсем недалеко от зоопарка. Я здесь ни разу не был, так что будем смотреть все вместе. Тут впереди своеобразные ворота, скорее всего, это для игры в регби. Насколько я понимаю, это для зрителей. Это тоже для зрителей. Там дальше шумит детвора, кричит. Скорее всего, там какие-то аттракционы, горочки для детей. Я туда не пойду. Вы знаете, что здесь написано? Написано, нечего играть с взрослым. Вот и все. Это вот это для детей. Ворота маленькие, футбол. Ну и там дальше еще что-то. Честно говоря, похоже больше на большой ботанический сад. Что у нас тут такое? А у нас тут поле для гольфа. Вот так зима у нас, ромашки растут. Честно говоря, я не совсем понял еще функциональность этого парка. Пока я видел детскую большую площадку и гольф поля, а тут такой водоем с утками, водичка. Посередине остров. Вездесущие белки как атрибут любого парка, что характерно, постоянно хотят есть. Даже если не хотят есть, то все равно возьмут и спрячут. Как говорится, бороться и найти, бороться и искать, найти и перепрятать. Парк этот совсем не такой большой, как я думал, но вода как бы оживляет эту картину. Вы думаете, у меня поесть что-то есть? У меня нет ничего, к сожалению. Я не знал, что вы здесь есть, в принципе. Какое красивое. Жирное. Какой-то гусь. Гуси. Там дальше утки.
И дерутся за еду. Здесь гуляют афроамериканцы. Вроде приличные люди на вид, а воняет марихуаной. Кроме них здесь больше никого нет. Тут еще я хочу сказать, парят то ли орлы, то ли ястребы, реально. Их много. Штук 6 я точно видел. Вот они тут кружатся. И это в городе. Я нашел, от кого исходит дым марихуаны. Два парня сидят, курят. Так что афроамериканская семья оказалась ни при чем. Вот еще одно озерцо в этом же парке. Тоже уток много. Сейчас подойдем поближе, посмотрим на этих уток. И вся эта масса хочет кушать. Гогочет, пытается выманить у вас хлебушка, которого у меня, к сожалению, нет. Люди играют с животными.
жирные они такие. А вот импровизированная сцена. А это не есть детская площадка, которую я думаю, это и есть зоопарк. Он просто не такой уж большой, потому что оттуда пахнет экскрементами животных. Таким опытным путем я определил, что там зоопарк. Это непонятный какой-то садик с претензией на японский сад, или как это называется. Thank you.
много-много лавочек со столиками. Посидеть, покушать, поделать барбекю, кто желает. Выглядит как место для пыток, честное слово. Но это, как она, барбекюшница. То есть здесь можно жарить мясо. Здесь мясо можно помыть, почистить, что там. Ну и потом сесть за эти столы и покушать. Возле зоопарка, в лучах заката можно увидеть еще одно что-то детское, Foundland игровое. Но здесь какой-то детский городок внутри, а зоопарк дальше. Вот какой городок. Туда, в ту сторону все это идет. Интересно. Вот он, вход в сие учреждение детское. Здесь, а здесь зоопарк Сакраменто. Но туда уже в другой раз. Всем спасибо, до свидания.